В администрации Каспийска состоялось внеочередное заседание антитеррористической комиссии под руководством начальника отделения в Каспийске УФСБ РФ по Республике Дагестан Магомеда Гитинова. В состав комиссии также вошли заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева, заместитель начальника полиции ОМВД Российской Федерации по городу Каспийску Багир Мирзиханов и заместитель главы Каспийска Забир Загиров. На повестке дня главным вопросом было обеспечение единых подходов к реализации приоритетных задач по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. В целях взаимодействия с АТК в ГО «Город Каспийский» ежемесячно направляется отчетная информация о проделанной работе в данном направлении. Целью контрпропаганды экстремистской идеологии активно проводится работа в социальных сетях «Одноклассники», ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, а также в других популярных социальных сетях. По состоянию на отчетный период в рамках проводимой работы в сети интернет выявлено 6 административных правонарушений по статье 20.3 КОАП. Далее ответственные лица рассказали о сопровождении разработки и актуализации муниципальных программ по профилактике терроризма для обеспечения их соответствия региональным особенностям обстановки, качественного содержательного наполнения, а также оценки предусмотренных ими мероприятий по оказанному выявлению на целевую аудиторию, задействование возможностей в органах местного самоуправления, организуемой в общеобразовательных организациях работе по социализации и психологической адаптации детей-мигрантов, прибывших из стран Центральноазиатского региона, в целях недопущения их вовлечения в террористическую деятельность. Числится 13 обучающихся детей-мигрантов, прибывших из стран Центральноазиатского региона. Узбекистан – 7 человек, Таджикистан – 4 человека и Туркменистан – 2 человека. Работа в отношении данных обучающихся ведется по двум направлениям. Первое – это выявление и работа с выявленными. И второе – это профилактическая работа. Также были обсуждены и другие вопросы по данному направлению. Особое внимание было уделено начальникам аппарата АТК города Каспийска Муртазали Муртазалиева, повышению уровня бдительности населения и закреплению у граждан понимания алгоритмов их действий при возникновении различных террористических угроз. Помимо этого, Муртазали Муртазалиев огласил результаты, проведенные аппаратом АТК в Дагестане 16 октября текущего года проверки организации деятельности АТК в Каспийске.